наша бабушка получает 13 тысяч. Потому что я своего брата хочу выдать замуж. Ужас, и есть ужас. Иди отсюда, любимая, зато. Все, ты мне изменяла. Я тебе сейчас прям вот на видео говорю, она не моя жена, я ее знать не знаю. Если ты блогер, давай снимай. Добрый вечер. Не видишь, что ты называешь. Ой, добрый. Откуда будешь? Здравствуйте. Нифига себе, вот это я встретил. Эй. Кто? Что? Так. Что не, здрасте, говорю, здрасте. Что за истерики? Да это у меня там нормально все, что. Угу. Я опросик провожу. Как считаете, Россия права напав на Украину? Чего? Чего правильно? Ты можешь мне разговаривать? Только я не хочу. Сейчас секет. Ладно. Еще раз. У меня просто здесь супруга, понимаешь? Да. Она тут... Вопрос не услышала про Россию и Украину. Я, конкретная хатушка. Я не услышала вас, ваш вопрос. Украинка не станет называть себя хатушкой никогда. Но я хатушка. Иначе это как-то очень странная украинка. Знаете, с какого я... Откуда вы? С какого ты города? Ты пьяный, уйди. Ир, ну, пожалуйста. С какого города вы? Не мешает. Не общаться. Хорошо. Пожалуйста. Да, давайте тогда... Давай заново пересними, короче, сейчас. Заново да. Начнем. Сейчас. Не лезь. Чик. Да, все. Питерский заново. Орг, дубль 340. Чик. Добрый вечер. Чик. Здрасте. Откуда будете? Да, с Москвы. Угу. Так, я провожу вопрос. Россия права напав на Украину? Я с города Шуи. Ага. И когда переехали на Россию? Слышь ты, мой мальчик, я вообще там родилась. Шуя? Так это же Ивановская область. И что? Ну, а вы говорите, что это... Ты... Шуя? Угу. Да. Ты же только что говорил, что ты... Так ты Шуя или ты... Так у меня мама там родила. В Хохланде. Ты родилась в Шуе. Ты Шуе. Ну. Гнул, да. Иди отсюда. Навалил нормально. Шуя какого? Ты Шуя... Украина вообще. Но все поставил. Погоди, стой, подожди, микрофон. А Шуя где находится? Краснодарский край. Охуеть. Я не знал, что у меня жена. Ты вообще географию чуешь, нет? Ты не знал, откуда у тебя жена? Высокие отношения. Не, может, она натуре с Украины знает. Ребята, высокие отношения у вас, потрясающие семьи. Там, говорит, тоже где-то Шуя есть. Где у вас там Шуя, братан? Там свой, столько Шуй там у вас, ты чё? У нас? У вас, да. Или у вас? Не, в Украине нет Шуя. Она говорит, у вас где-то там Шуя есть. У вас там нет Шуи никакой. Какого Шуя, ты чё? Колхида. Ну так, да. Все, давай еще новый дубль пишем. Да не ищи, это Ивановская область. Что ты ищешь? Кинешь мою. Там и Шуя находится. Не надо, не ищи. О, кинешь машину. В интернет такая. Гугл, короче. Дык-дык-дык-дык-дык. Так. Новый пишем что? Дубль. А в смысле, ты там... Так я не знаю, вы уж там сами там как-то, ребят. Не... Так это продолжаем Россия, Украина. Да? Бандер или нормальный? В смысле, Бандер нормальный? Ты нормальный или Бандер? Можно спросить? А кто такой? Украина, извините меня. Кто такой? Есть Бандеры, есть нормальные. Нормальные. Нормальные это москвичи. А нормальные это москвичи? Да. Все на Украине нормальные москвичи, короче. Все остальные Бандеры. А что, не так, что ли? Не надо передавать, я слышу, что она кукарит. Что он сказал? Не надо. Плохо только говорить о этом человеке. Что он сказал?
Неважно. Жорж! Жорж! Что ты сказал? Удивился просто. Удивился, да. О, говорит, классно, говорит, клево, говорит, все. Удивился? Вон, говорит, я говорю, я говорю, какого шуя вообще? Какого шуя? Я удивился, да? Какого шуя? А ты что, зациклился на этом, что ли? Ну, все, да, что? Да, да. Так вот. А... Ладно, ребят, давайте пообщаемся по-нормальному. Давай, давай, пообщаемся. Стой, куда, не надо. Я ж, ну, говори вопрос. Я ж вопрос задал, да. Россия права, напав на Украину? Чуть-чуть поделать по Украине. Россия правильно сделала, что напала на Украину? Напала на Украину? Да. Слышь ты, малыш. Подожди. А при чем здесь мы? Это сики. Тебе... Смотри, мы сики. Тебе кто-то... Тебе дай поговорить. Тебе кто-то слово давал. Подожди, послушай. Ир, давай. Они же думают... Может, мне ее стрельнуть нахуй, а? Я тут сижу, короче, 2 часа в этой чат рулетки. Единственного нормального пацана встретил, нахуй, ты мне сейчас включаешь какой-то хренобором. Попиздеть хочу, ё. Пластинок целая гора. Я послушаю, что, может, у него там есть. Ой. Ну так что там это? Ты спросил. Ответик-то на вопрос. Не тебе, но меня спрашивают. Ну и сиди своей водкой. Да разговаривай ты с ним. Я хочу. Не ради бога. Я люблю Украину. Не Украину, а людей, которые нормальные в Украине. Ну, все, я все сказала. Зеленский там. Ты же любишь Зеленского? Да. А Наполеона как? Ну почему? Вот этот клоун, который, блядь, весь клоун. Да почему он, блядь? У него жена есть и дети. Он не понял, куда. Хочешь, я сейчас в Украину... Да я тебя бояться начал. Я сейчас снайпера поеду. В Украину, блядь. Чего ты меня бесишь? Кто тебя бесит? Иди на снайпером что-нибудь брать на Украину. А сомневаешься, что ли? Я что в 2014 году? Ты просто нажралась. И Русь, дай я попозарю по человеком. А зачем ты меня начинаешь вот так вот? Слово не сказал, мы общаемся, все, понимаешь? Все, общайтесь. Человек, походу, вообще блог ведет какой-то, да? Он же блогер-то. Я же его узнал. Узнал? Ну, такой популярный, короче, блогер украинский, короче, он там, вот этот лысый. Я просто имя забыл. Угу. И он все время там ведет эти вот свои вот это интервью, 5-10. Вот мы сейчас с ним хотели поговорить, но ты ему тут факи показываешь. Ну, зачем? Зачем ты хочешь показать себя хуже, чем есть? Ну, куда еще хуже-то? У него, он там, смотри, как светло, блядь. Классно, да? Подсветка. У нас нет подсветки. Ну и так, что ты хочешь, Вер? Зачем? Так разговаривай с ним, что ты ко мне-то? Так я с ним и пытаюсь поговорить. Братан, как тебя зовут? Руслан меня зовут. Русланчик. Вот, с Русланчиком хочу побазарить, короче, туда-сюда. И ты встреваешь все время в разговор. Мне это неудобно. Представляешь, так, вот это все нашу все, терку все. Вот сейчас снимет и покажет, и скажет. Вот смотрите, и какие долговы попадаются у нас тут. Он уже столько лайков заработает. Ируш, мы нормально пообщаемся. Украина! Вообще... Зеленский! А Путин? 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 Не буду говорить, но вы сами знаете, кто он. Тоже, да? Вам лучше говорить. Он родной брат Зеленского. Так. Родной брат Зеленского. А про политику можно здесь не разговаривать? Не, ну я только про... Давайте меня не бесите. А то я вам столько расскажу. Не надо. Давай, давай. Намолочишь мне, надо. Ты мне гранату в окно закинул.
Давайте анекдоты. А сколько вы в браке уже? Брату моему. Не, в браке вы сколько? Брату твоему сколько? Ну, извините, я стесняюсь сказать, потому что я своего брата хочу выдать замуж. Брата замуж? Конечно. Опам-пам. Вот. Как же скрепы? Вас это запретили? Мужчин замуж выдавать? Это нельзя у вас. Я что-то не понял. Еще раз. Ну, понимаешь, как бы не получается замуж выдать брата. Нет. Мне надо брата замуж выдать за достойную. За достойного. Замуж за достойного. Естественно. Как его сестра. Естественно. Как наши родители. Семья пугалов каких-то получается. Ты что, меня очень не уважаешь? Ну что, урода, что ли? Я крест ношу. Куда мне нахер? Ты что? Я в храм пойду. Как замуж? Так я и говорю. Девушку. Да. За какой? Девушку. За какой замуж, дура? Ну. Я женюсь. Женюсь. У меня жена должна быть, а не муж. Ты что? Да показываю, что я жена твоя. Не показывай. Так а ты тут при чем? Я охренеть. Так а сколько... Ну ладно, бывает. Все, да. Сколько вы в браке все-таки? 10. 10 лет? Да. А, и какое открытие? Жена из Шуи. Не зря вечер провели. Ну, она москвичка, ёпта. Так. Фу. Все-таки... Это у нас москвичи просто такие, блядь. Прикалывают. Все-таки там вот вопросик-то по поводу Украины. Россия, ну, правильно сделала, что напала? Куда напала-то? Я вообще не понимаю это. На Украину. Зай, мы не знаем. Ты что, опять лезешь? Да, опять я лезу. Дай по-мужски поговорить, эти... а? Уже мужской разговор хорошо. Начинается. Налей, уже не про твою хуйню, кто здесь кого замуж выдает. Налей, пожалуйста. Чувствуешь разницу? Да кто на кого? Путин и этот, как Зеленский, пи***й. Скажешь такое, тебе на шею сверху. Возможно. Опа! А что, не так? Так. Ржешь по какой теме? Да он блогер, он по любой теме ржет. Он собирает, короче, контент. А он чай снимает. Ради бога, я не против. Кстати, я если тебе... Если бы ты не лезла, я бы ему уже давно ответил по поводу его вопроса. Давай. Насчет России с Украиной. Давай, а потом я отвечу. Давай. Что давать тебе? Ответ. А он что? Она? Я не могу, он мне не дают. Он за себя блоги такие... собирает. Да откинь ты его. Мне может акваланг надеть, вернуть, и там вот так вот давай, потом видео тебе отдать. Ты мне дальше слово сказать вообще, нет? Ответ, что он за тебя блоги собирает. Да мне насрать, что он там все собирает. Хоть мух, так давай свои блоги будем собирать. И на мне твои блоги, его. Я-то не блогер. А мне блогером бы. Я же не настолько еще лысый, как он. Смотри, он ржет. Уже скоро буду. Ржет, он даже с тобой не разговаривает. Конечно, не разговаривает. Отключи его. Зачем? Да потому что он за счет тебя блоги собирает. Покажет потом мне... Ты мне потом скинешь, как у тебя этот канал называется? Обязательно. А, какой у тебя канал-то? Вот, мне же интересно потом будет посмотреть, как канал? Я себя буду видеть, как мы себя будем видеть, мы с тобой такие, два россиянина. Нас человек спрашивает, вопросы, как два ебана сидим тут с тобой. И главное, я рисую себя-то. Да может, тебя тоже нарисовать? Нет, мне не надо. А что мне одному-то?
Да, покажи, покажи. 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 Ладно, с меня одного хватит. Да, покажи. Вот, ну, что? Уйди. Знаешь, такая есть? Лягушка, знаешь, такая есть? Че, куда? Стой. Ну, что ты показываешься, господи, блин. Ир, я вот ужас. Ну, ужас и есть ужас. Что тут, куда деваться? Любимая зато. Жена. Так бы оторвал кому-нибудь башку за нее. Загрустил, а? Так, загрустил такой. Жена. Ну, а у тебя жена есть? Да. Хорошая? Тоже такой, самая, да? Самая лучшая. Не, не такая. Так и у меня самая лучшая. Она у меня просто, мы сегодня пиво перепили чуть-чуть. Ой, да, я заметил. Из-за этого так и выходит. Угу. Такие вот разговоры, понимаешь? Да? Пока она молчит. Если она сейчас не будет дальше разговаривать, мы с тобой можем продолжить. Давай. Так, пока она молчит, ты можешь ответить как раз. Пока она молчит, ты можешь ответить. Давай. Задавай свой базар. Так я уже задал. Что там у тебя за вопрос? Еще раз. Россия права, напав на Украину? Россия права? Или нет? Или не права? В чем? В том, что напала на Украину. Где права России? Напала на Украину? Вот лично я вообще ни за кого. Ты понятно, что ты ни за кого. Я тебе сейчас объясню. Да. Я тебе сейчас объясню. Давай. Ты понимаешь, что за всю Россию, лично мое... Я знаю, что меня пускай слушают. Вот я, мне даже лучше. Тебе как сказать? За всех... За себя. Россиян, бля. За себя. За меня лично? Или за то, что... Лично, лично. Лично мое мнение? Да, да. Вопрос? Я тебе задал вопрос. Ну, какой? Ты за Россию? Конечно, за Россию. А за кого мне быть? Ну, смотри, куда он тебя снимает. Ты что ли, за лысого? Вот это урод! Да что ж ты, почему он урод? Да потому что он тебя... Типичный лысый мужчина. Да потому что он тебя завтра в интернет выставит. Так у меня уже... Не завтра, а сейчас. Послушай, дело не в этом. Ты не даешь поговорить? Ты мне слово давала, что ты не будешь лезть в мой разговор. Ты мне слово давала. Тебя как зовут-то? Не лезь. Ага. Так. Мне пришлось дать по башке своей собственной жене. В смысле, прям дал по башке? Прям дал я сейчас по башке, потому что з***л уже. Высокие отношения. Ну, а ты б не дал. Ну, сколько можно перебивать? Два мужчины разговаривают, все лезет и лезет. И ты... Сколько можно, бля, еще обиделась, смотри. Все, съеб***. Пиди, что хотел. Все, ушла. Я больше не могу, не выдержал. Ты не обижайся, надо просто. В натуре. Если он не с нами здесь сидит, так это все равно. Хули все время влазит. Пиди, давай дальше. Ага. Ну, я... Так, все, стоп. Ну, говори. Что, заново? Ну, че? Спокойствие, теперь тишина, что можно говорить, что хочешь. Да. Дубль, да, делается. Да, да. Давно не было, да? Питерский орк, дубль 437. Добрый вечер. Добрый. Откуда будете? Город Мышкин, Ярославская область. Мышкин? Yes, of course. Вы же были из Питера вроде, нет? Да ну нахер. Чего ты взял? Да ну нахер. Что не фраза, то мем вообще просто. Да я не знаю. Бля. То есть вы с Мышкина, оказывается, да? Да. Город Мышкин, да. А что не так? Князь Мышкин. Ну, сейчас, да. Родился в Москве.
Ага. Вам всю биографию могу. Что надо-то, вообще не понял. Ты конкретный вопрос можешь задать? Ты все неправильно, у тебя какое-то интервью скомканное такое, непонятно. Ты, вопрос, чего оно скомканное? Вообще непонятно. Ты конкретно задаешь, где вы родились? А что такое? Вы откуда, агрессивники стали? Откуда я? А что такое агрессивники стал? Или где вы? Я агрессивный. Какой-то агрессивник стал. Что, жена не дает, что ли? Ты что, с ума сойти, что ли? Я ее только что выгнал, блядь. Я еще мне жена не дает. Я что хоть возьму сейчас? Ты просто вопросы неправильные у тебя, понимаешь? А какие правильные вопросы? Как можно задавать? Расскажи. Ты сходу, ты представляешь, вот стой, лысый, стой. Я тебе сходу такой буду говорить. Ты откуда? Прямой вопрос, в лоб. Откуда? Так вопросы не задаются. Вроде, да? С Украины, она большая. А где конкретно, я и забыл. Может, улицу вспомнил. Понимаешь, это же надо как-то лояльнее. Давай, заново. Лояльнее? Еще раз? Ну, конечно. Так. Еще раз? Я готов. Давай, давай. Че, дубль-то делай, ты же там. Питерский орг. Дублируй. Дубль 1372. Питерский орк? Не думай. Добрый вечер. Добрый. Откуда будете? Город Мышкин, Ярославская область. Мышкин. Все-таки Мышкин. Да. Здорово. Да. О! Вон она! Вон она! Показалось. 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 Вот. Я опрос провожу. Как считаете, Россия права напав на Украину? Нет. Так, не права. Так, подожди. Секунду. Показания меняются. Подожди, стой. По поводу чего попросили там? Чё? Где? Права напав на Украину или нет? Напав на Украину? Ага. Блин. А кто Россия за тебя? Чё? Ты спроси, сколько этому мальчику лет? Как раз. Послушай, конечно, нет. Я считаю так. Нападать на Украину Россия не могла. Это не стоило того. И не надо нападать было. Да, я задам ему другой вопрос. Тебе мало моих... Да, ты меня мало людей получила. Да. Ну, хватит. Ну, что ты хихикаешь? Не, у тебя какое-то не интервью, а жопа. Серьезный разговор у нас действительно. Короче, я считаю так. Конечно, как что значит, Россия напала на Украину. Такая взяла и напала. Ну, конечно, нет. Ну, конечно, нет. Это просто правительство. Братан, я, наверное, друг друга. Давай другой раз. Я не знаю, когда, может, в следующей жизни, хуй знает. Мне это, походу, не знаю. А ты знаешь, вот ты знаешь, что? Да, вот сейчас мне нравится, вот снимай нахуй. Свою интервью, вот я, нахуй, что, блядь. Братан, привет. Добрый вечер. Неважно, какой вечер. Это пиздец. Да, бухая. Так, пивасик. Ты мне скажи, пожалуйста. Мы же не виноваты, что наше правительство борется из-за каких-то денег, из-за какой-то хуйни. Мы-то здесь при чем виноваты? Ты пьяная дура. Я что, неправильно что-то говорю? Вообще все, абсолютно. Я вижу, что ты меня снимаешь. Я вижу, что ты меня снимаешь. Ну, покажешь всей Украине, какая ты дура. В чем? Во всем. Что мы не виноваты, и за это ты нас
Зеленский. Бучин. Из-за этого твой зять инвалид. Да опа. Мне опа, опа, опа. Новые подробности. Что там с зятем? Ну, я ногу отхуяло ему осколком на все. А что он забыл? Нихуя, подожди, подожди, и я тебе скажу, что моему зятю ничего не выплачивают. И мой зять, когда туда ушел, да что ж ты у меня забираешь-то? Он все за свой счет покупал. Я скоро посадят. Да вот, мне похуй! Ну, у него багажник, а тебя посадят. Так да, и... его сюда. И что зять забыл? Дай сюда. Дай сюда. Если ты блогер, давай снимай. У меня зять пошел на Украину. Они все мальчики за свой счет покупали себе вот эти вот, я не понимаю, ну вот эти вот, дын, как они называются? Неважно. Покупала за миллион. Я, да какое я, пускай они покупали. Вот, они за свой счет блиндаж, вот просто блиндаж, вот так вот обустраивали. Она ездила просто к ним туда, короче. Делала им там сосиски в тесте. Ну, она ебанутая. Серьезно. Я понимаю. Это так и было. Угу. Просто она слишком очень много правды говорит. Угу. Так, а что там зять-то, что он в Украине забыл? Ты его забрали! Насильно? Как это? По повестке. По повестке? Так и мог бы не ходить. А у вас все по-другому там, что ли? Или там все сами идут? Так с кем я общаюсь? Как, что ли? Кто нет, это? Блядь! С Вовой Путин за ты, блядь, общаешься. Ну, конечно, ебанёт. Флаг сзади везет украинский, ёб. Мать, она до сих пор дупля не отбирает. С японцем ты общаешься. Нет, и, давай и, глаза японские, у него флаг японский сзади висит. Он расскажет про своих, как они, блядь. За чей счет вы вообще воюете? За чей счет, банкет? Просто крошат людей и все. Иди на... Послушай, вот мое мнение. Я тебя сейчас базарю, блядь. Слышь, я... Слышишь? Ну, что такое? Микрофон. Сюда, слушай. Да. Вот я тебе сейчас говорю свое мнение. Агрессивники стал. Я считаю, что крошат люди друг друга, и все, больше ничего. Угу. Ничего не происходит. А чтобы все нации молодых пацанов выиграли. Просто, мы раньше когда-то общались, а теперь больше не будем общаться. Было? Ну чего? Ну потому что, ну почему нахрен я... Извини за вот такую, ну, схах, должен пиздить. У меня вообще никак не климатично. Ну, не, извини, что хахами назвал. С украинцами. Ну, ёптай, ну сколько можно? Жили-жили, не дули. Нас вместе курили, ёптай. А почему нас-то поругали? Да я не знаю, людей. Потому что это правительство, которое что-то делит, что-то... А что на речь? А почему мы не должны любить друг друга, но... которые мы любили партнеры? А война, друг а война еще и ломает людей, понимаешь? Потому да. что мы же кровь проливаем. Да. Мы убиваем друг друга. И мы ненавидим, знаешь, а я люблю их. Рот закрой. Есть какая-то сверху хуйня, которая говорит, убей этого, а ты убей этого. И все такие делают, кого-то слушаются. И что-то происходит. Ты, у тебя нет такого ощущения, что кто-то наверху сидит, нами рулит всеми. Вами всеми? Вова Путин. Ну а что нет? Ну а почему мы должны кого-то слушаться вообще? Когда народ уже встанет просто и скажет, идите все нахуй, и все. Да то пора уже, пора. Я скажу, что... Махно сказал один раз. Я за Махно. Путин. Это их не чувак. Я анархист, на мне хуй на всех. Я, да. Комик против нас.
Да дело не в правительстве, я не я же, как это назвать, как это? Мы же любили друг друга. Господи, ты бог, да я и люблю. И я их люблю. Меня заставят, нас заставляют друг другом не месть вам заниматься. Я не возьму оружие, чтобы их, ну там, кого-то. Но заставляют. Путина, пацаны умирают. А когда-нибудь, кто-нибудь, мы можем вообще просто взять и, да и никогда, сказать, наверное. Хватит. На... Да потому что они все зомбированы. Все это вокруг. Зомбированы. А наши нет. Зомбированы. Ну. Как вы живете вообще, блин? Нормально. А вот кого? Вот просто вот. А это политика, это бабло охуенское. Это просто охуенское бабло. А не то, что мы должны, знаешь, вот так вот в губки всовать там, в ручки. Соснуть, да? Да не в этом дело. Как не в этом, эти педагоги делают свою политику, свои деньги там, туда выслали, туда выслали. Это она про правительство, не про вас. На. Про Путина базара нету. Всем помогает. А почему же наша бабушка получает 13 тысяч? Ну да, есть такая. 13 тысяч! Помогать всему миру и не да. Помогать своим. Бабулечка, ты дай бабушке тридцаточку. Чтобы бабушка и за квартиру заплатила, и ананасик купила, а? 13 тысяч. Путин. Помолчи, давай так. Путин. Можешь записать и меня в Инстаграм выставить. Тебя за это посадят. Да мне пухую. Ну, а бухая просто. А у меня нет никого. Она не моя жена. Я тебе сейчас прямо вот на видео говорю, она не моя жена, я ее знать не знаю. Хуя какая-то. Иди нахуй отсюда. Я не люблю, не знаю. Что, сажайте ее, Вова, посади ее. Я не знаю, она... Что, не мое? Отрекаешься! Понимаешь, всем помогает, а своим, блин, что дает? По тысяче! Да хоть и без, у них такая же хуйня там происходит. Да, я вообще хуйнею. Всем помогаем, всем все. А наши бабушки, инвалиды, даже детишки получают. Уже должны, давным-давно люди уже все поняли, что просто людей лбами вот так вот. Да, бом, да. И все. И у нас, блин, все. Он? Да. Спрашивает, кто ты по нации? Ну, внешне как он похож? Ну, на монгола. Внешне похож на монгола, а так россиянин. В чем монгольская? А вот эти все черва здесь себя видят нормальными. В смысле? Ты недавно за что хотела замуж выйти? За узбека. Че, блядь? Так, пошел. Ты че милишь? Ты, короче, все, ты мне изменялась, чувак. Вообще, блядь. Опа. Бесишь. Стой, подожди. Вот это открытие. Сейчас говорит, они все говорят, что та недавно хотела за Ахарка выйти, ну, за узбека замуж. Так, 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 подожди, ну, подожди, ты, подожди, ты, секундочку. Это не так, что ли? Ну, давай, бог ем, и я пошла. За а чё? Куда ты пошла? За чё уходить? Иди, ёпта. Делов-то на копейку. Че, че, прям реально? Ну подожди, еще не. Иди к своему Ухтаму, ёп. Ухтам? Блин, а он не знает. Да? Прикинь, мне, короче, жена изменяла с Ухтамом, ну, с узбеком. Ну. Ну. Вот так. А в этом году, в этом году, этот год в России объявлен годом семьи. Молодцы. Ну, вот так и объявлено. Чё? Так. Что замолчала-то, ёп? Я не услышала вопроса. А какой тебе вопрос-то нахер? Ты иди к своему Ухтаму.
Ну, а что, ты, мне... ты лезешь все время в мужской разговор. Что ты все время хочешь доказать? Ты уже доказала свое ничтожество. Своему ч... Иди на... Не нравится ты мне. Вот это отношение. Вот это семья. Вот. Что не так? А что ты ждал, что у нас семья? А что, это не жена твоя? Ну, пока жена. Ну, мы до развода там дам чуть-чуть. А когда стало чуть-чуть? Вот, чуть-чуть стало вот в ходе нашего разговора? Когда она все-таки начала жить. А, короче, получилось так, что она начала мне изменять. Понимаешь? И когда я узнал, я она с узбеком живет, прикинь. Так. Ну ладно, с хорошим. А то с узбеком. Слышь, ну вообще, ну куда деваться? Классно. Классно. И говорит, классно. Ну и что, говорит, классно. Узбекистан, слышь. Еще говорит, классно. Так. Ну и все. А ты верный не изменял никогда? Я, да. Красава. Красава, говорю. Ну, я в Бога даже верю вообще-то, если что. Ну, а она нет, не верит. Ну, ей, она не верит. Угу. Ты думаешь, вот в этом причина, да? В смысле? Что? Ну, блин, то есть, как бы, в отсутствии измене? Веры. Нет. Нет. Измена? Измена не в отсутствии. Причем здесь вера и ее измена? Просто ей-то она пьяная все время ее прет таким ебаным. Понятно. Не, она сам попала. Бенька на передок, да. Ну, типа того, да. Слаба на передок, да. Ну, такая хуйня баба. А че? Не, просто... Ну, а у тебя что, жена лучше, что ли? Что, она ну, такая конечно. Не слаба на переду? Нет. Лучше? Ну, конечно. Не слаба на переду? Нет. Выбирал, что ли? Прикинь, так ее и что? Выбирал. А ты первую попавшую взял? Нет, ну, подожди. Стоять. Ты ее как-то выбирал? Ты как-то ее узнал, что она не слаба на переду? Как ты об этом узнал? Подожди. Ай, повис. Ребята, это было мощно. Это было... я не знаю. Конечно, нужно будет попариться с этим роликом очень сильно, чтобы его выложить, потому что там столько всего вырезать, и матов, и всего остального. Но я думаю, это заслуживает, конечно, отдельного видео на моем канале. Это просто... Это шедевр просто. Это шедевр.